Поколение,
Дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию вручения наград участникам и победителям областного конкурса «Юные конструкторы и исследователи». Конкурс проводится Министерством образования Нижегородской области, Поволжским центром аэрокосмического образования при поддержке Министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, организаций и промышленных предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Современные люди не мыслят свое существование без технического прогресса, потому что оно прочно внедрилось в наш быт, делая его комфортнее и проще. В этом большая заслуга ученых, инженеров, конструкторов. Нижний Новгород может гордиться тем, что является родиной многих известных и талантливых людей. Они прославили Нижегородскую землю своими открытиями и заложили фундамент знаний в научной сфере. В наше время за Нижегородским регионом четко закрепилась репутация инновационного центра. Сегодня на Нижегородской ярмарке, в одном из красивейших и значимых мест в городе, в рамках 7-го международного IT-форума мы подводим итоги научно-технического творчества среди юных нижегородцев, и очень скоро мы узнаем имена победителей. Торжественная церемония награждения участников и победителей областного конкурса «Юные конструкторы и исследователи» объявляется открытой. География участников конкурса. Нижний Новгород. Города: Богородск, Павлово, Балахна, Дзержинск, Урень, Перевоз, Княгинино Нижегородской области, а также город Керчь и Севастополь. Надеемся, что главным результатом нашего конкурса станет настоящая дружба, ведь это очень древняя и самая добрая традиция нашего многонационального народа. Для приветственного слова и награждения победителей и призеров конкурса на сцену приглашаются Сергей Васильевич Наумов, министр образования Нижегородской области, Александр Андреевич Стешин, заместитель министра информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, начальник управления информационных технологий и ресурсов. Начинаем церемонию награждения. Всем победителям и призерам областного конкурса «Юные конструкторы» и исследователи будут вручены дипломы победителей и призеров Министерства образования Нижегородской области, памятные кубки, а также вручены подарочные сертификаты Центра занимательной науки «Солнечный город». И это еще не все. Слово для приветствия предоставляется Сергею Васильевичу Наумову. Уважаемые участники конкурса, дорогие девчонки, мальчишки, а также их руководители, я сегодня искренне хочу сказать вам огромное спасибо. Огромное спасибо за умение действительно быть исследователем, быть конструктором. Но мне кажется, что здесь не хватает еще одного такого правильного, наверное, лозунга. Вот все это приводит к созиданию. И когда здесь было написано, что я исследователь, я конструктор, самое главное, что я созидатель. Я делаю настоящие, добрые, может быть, те вещи, которые еще никто и не знает, и, может быть, они будут использованы в каких-то новейших технологиях, о которых, но не попробовав это, не привив желание детям действительно исследовать, пробовать и делать, наверное, по-другому ничего бы и не получилось. Поэтому я искренне хочу сказать огромное спасибо педагогам. Огромное спасибо всем тем людям, которые откликнулись на проведение этого конкурса.
Отдельное огромное спасибо от имени правительства и губернатора я хочу выразить всем работодателям, которые в этом конкурсе очень большое участие приняли. Это наше общее дело, это действительно правильно, когда предприятие крупное, большое, думает о будущем, думает о том, кто же придет к ним потом. Действительно умный, действительно талантливый. Но для того, чтобы это произошло, это надо поддержать, это надо сделать, это надо решить. Огромное спасибо нашим сегодня нашим замечательным братьям из Крыма, которые приехали сегодня сюда и вместе с нами. Мы рады тому, что у нас сегодня общее дело, общий праздник, общие дела. И мы с распростертыми объятиями принимаем вас в нашу систему образования. Мне немножко обидно о том, что не все наши регионы даже внутри области поучаствовали в этих. Есть такие города, как Арзамас, есть такой крупный город, как Выкса, где огромное количество предприятий и возможностей. Я думаю, что и там есть талантливые дети, но это наши недоработки. Именно поэтому я еще раз хочу огромное спасибо сказать тем, кто приехал из Керчи и Севастополя. Огромное вам спасибо, это очень правильно. Мы сегодня все вместе, это наше общее дело. Я поздравляю вас с победами с вашими. Это только первые настоящие победы. Все остальное общее впереди для того, чтобы процветала наша замечательная Родина. Спасибо вам. Спасибо, Сергей Васильевич. Александр Андреевич, слово вам. Здравствуйте, дорогие участники, болельщики, помощники. Я хочу сказать покороче, да и так хорошо я не скажу, как Сергей Васильевич, но в рамках нашего форума проходит вот сегодня третий день около 60 разных мероприятий. Мы приняли очень много гостей, но с уверенностью могу сказать, что данное мероприятие, этот конкурс, он стал самой яркой жемчужиной всего форума. И я поздравляю всех участников, вы все уже победители, так как попали в финал. И желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед и вперед. Поздравляю. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, начинаем церемонию награждения. Итак, первая номинация IT-сфера. В номинации IT-сфера в возрастной группе от 14 до 17 лет за третье место специальным подарком от компании Autodesk награждается. Ситко Михаил, Шухарев Александр, Нижегородский радиотехнический колледж. Просим вас задержаться на сцене, не убегайте. За второе место специальным подарком от группы ГАЗ награждается. Мальчики, просим вас вернуться на сцену, постойте с нами еще немножечко, пусть на вас все полюбуются. Итак, дипломом за второе место награждается Лямин Сергей, Уренский филиал Шахунского агропромышленного техникума. Сергей, тоже просим вас задержаться. За первое место специальным подарком от нового машиностроительного завода концерна ПВО «Алмаз-Антей» и пластиковой карты Музея занимательных наук «Кварки» награждается Ситко Михаил, Нижегородский радиотехнический колледж. Аплодисменты! Это двойная победа! Фотография на память. Улыбаемся. Под ваши, конечно, громкие аплодисменты провожаем наших победителей на свои места. В номинации IT-сфера
в возрастной группе от 18 до 23 лет за третье место специальным подарком от компании «Автодеск» награждается Круглова Екатерина, Богородский политехнический техникум. Аплодисменты. Екатерина, просим вас тоже задержаться на сцене. За второе место специальным подарком от группы «ГАЗ» награждается Карев Борис, школа номер 3, город Павлово. Аплодисменты. За первое место специальным подарком от нового машиностроительного завода концерна ПВО «Алмаз НТ» и пластиковой карты Музея занимательных наук «Кварки» награждается Крестенков Василий, Нижегородский государственный инженерно-экономический институт. Аплодисменты! Фотография на память. И посмотрим, аплодисменты, поражая наших победителей на свои места. Мы горды вашими успехами и, конечно же, верим в ваши дальнейшие достижения. Ну а мы переходим к награждению в номинации «Нефтегаз-энергетика». В возрастной группе 14-17 лет за третье место специальным подарком от компании «Автодеск» награждается Семенова Ирина, Малая академия наук учащейся молодежи, город Севастополь. И сразу же переходим к возрастной группе от 18 до 23 лет. За третье место специальным подарком от компании «Автодеск» награждается... Аплодисменты, интрига. Еще раз аплодисменты, уважаемые дамы и господа. А пока фотография на память. Можете занять свое место. Спасибо. Итак, в номинации «Машиностроение и приборостроение» за третье место награждается Панов Максим, Березовская среднеобразовательная школа. Аплодисменты! Машиностроение и приборостроение. За второе место награждаются Пшиперкевич Илья, Нижегородский радиотехнический колледж. Аплодисменты. Илья, мы ждем вас на сцене. Аплодисменты. За первое место награждается Валяев Николай, Нижегородский государственный технический университет имени Ростислава Евгеньевича Алексеева. Аплодисменты! И, конечно же, фотография на память. Улыбаемся.
Машиностроение и приборостроение. Это хочется заметить, возрастная группа 14-17 лет. За второе место награждается Волжанкина Вера, школа номер 2, город Дзержинск. Аплодисменты. Аплодисменты. В номинации «Инженерный проект» за третье место награждается Антипов Александр, межшкольный учебный комбинат города Богородск. Аплодисменты. Инженерный проект. Возрастная группа 14-17 лет. За второе место награждается Родичева Мария, Федоров Никита, Исаева Светлана, лицей номер 8. Аплодисменты. В номинации «Инженерный проект». Возрастная группа 14-17 лет. За первое место награждается Осипов Владислав, школа номер 32. Аплодисменты, друзья! Фотография на память. Можете занять свои места в зале. Еще раз фотографируемся. Под ваши громкие аплодисменты, конечно же. А теперь можно занять свои места. Спасибо вам, ребята. В номинации «Инженерный проект» возрастная группа 18-23. За третье место награждается Дюнажев Рустам, Нижегородский государственно-технический университет имени Алексеева. Аплодисменты. Держаться на сцене, не убегайте от нас. В номинации «Инженерный проект» возрастная группа 18-23. За второе место награждается Фазлиев Дамир, Тюриков Максим, Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. Аплодисменты! Итак, за первое место в номинации «Инженерный проект» возрастная группа 18-23 дипломом награждается Слободчиков Владислав, Абарилов Дмитрий, Нижегородский государственно-технический университет имени Алексеева. Аплодисменты, друзья! Фотография на память. Улыбаемся. Можете занять свои места. Конечно же, под наши бурные аплодисменты. В номинации «Нефтегаз энергетика» возрастная группа 14-17 лет. За третье место награждается Самойлов Александр, Центр научно-технического творчества учащейся молодежи города Керчь. Аплодисменты! В номинации «Нефтегаз
Нефтегаз «Энергетика», возрастная группа 18-23. За третье место награждается Ворошилов Александр, Кечкин Алексей, Фирсов Алексей, Нижегородский государственно-технический университет имени Алексеева. Аплодисменты! «Энергетика», возрастная группа 18-23. За второе место награждается Владимирова Светлана, Нижегородский государственно-технический университет имени Алексеева. Итак, в номинации «Нефтегаз энергетика» за первое место дипломом награждается Апаев Алексей Осипов Владислав, школа номер 32. Ваши громкие аплодисменты! Фотография на память, улыбаемся. Можете занять свои места. Под ваши громкие аплодисменты. Итак, у нас еще не все. В номинации «Машиностроение и приборостроение» за первое место награждается Юрченко Александр, Захаров Александр, лицей номер 82. Аплодисменты! Конечно же, фотография. Уважаемые наши гости, можете тоже занять свои места под ваши громкие аплодисменты. Стремление познать себя и окружающий мир – движущая сила прогресса. Что было бы с нами сегодня, не будь среди нас пытливых ученых и любознательных энтузиастов и изобретателей, стремящихся раскрыть тайны мироздания и понять суть вещей? Аплодисменты всем участникам нашего конкурса, мудрым педагогам-наставникам, компетентному жюри. Именно они, оценивая ваши проекты, говорили о том, что ваши идеи – это шаг из сегодняшнего дня в день завтрашний. Особая благодарность представителям нижегородских крупных промышленных предприятий. Инженеры и конструкторы промышленных предприятий участвовали в разработке конкурсных заданий. Надеемся, что идеи молодых внесут свой вклад в развитие промышленности Нижегородской области. Но это еще не все. Мы хотим пригласить на сцену Льва Васильевича Пигалицына, народного учителя Российской Федерации, учителя физики, информатики и астрономии школы номер 2 города Дзержинск. А также просим на сцену Антона Владимировича Смирнова, советника генерального директора ООО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях» имени Алексеева. Аплодисменты. И просим подняться к нам на сцену Эдуарда Евгеньевича Лоскутова, ведущего научного сотрудника, кандидата военных наук, Приволжский филиал, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Мы просим вас провести церемонию награждения в дополнительных номинациях. Специальной медалью
за масштабность решения и приглашением в Нижегородский планетарий, а также призом от Нижегородского государственного инженерно-экономического института награждается Марков Андрей, Снежицкая Софья, Чувелев Михаил, школа номер 33. Аплодисменты. Аплодисменты у нас тем временем не смолкают. Фотография на память. Фотография. Спасибо, можете занять свое место в зале. Специальной наградой технический уровень проекта и приглашение в Нижегородский планетарий награждается Валяев Николай, Нижегородский государственно-технический университет имени Алексеева. Также специальной наградой, так, конечно, фотография на память, как же мы могли забыть под ваши аплодисменты. Можешь занять свое место в зале, спасибо. Специальной наградой за эрудицию и приглашение в Нижегородский планетарий награждается Смирнова Полина, лицей номер 8. Аплодисменты. Приветствуем Полину аплодисментами. Фотографии на память. Специальным дипломом от филиала концерн «Алмаз Антей» новый машиностроительный завод награждается Волжанкина Вера. Аплодисменты. Также награждается Зеленова Ирина. Аплодисменты. И последний диплом. Юрченко Александр, Захаров Александр. Аплодисменты. Аплодисменты. Специальным призом от Нижегородского регионального общественного фонда «Красочное общество» совместно с компанией «Ордер» награждается учащиеся лицея номер 8 Родичева Мария, Федоров Никита, Исаева Светлана. Аплодисменты. Аплодисменты. Ребята, вы можете занять свои места в зале. Спасибо вам большое за ваше участие. Специальным призом самый юный конструктор и исследователь от компании «Мантрак» и проекта «Облако талантов» Российского союза молодежи и сертификатом Поволжского центра аэрокосмического образования на съемку видеоролика награждается Ефремов Демид, школа номер 14, город Балахна. Аплодисменты. Самый юный наш участник. С
специальным призом от журнала «Поиск НН» и от компании «Группа ГАЗ» и от Поволжского центра аэрокосмического образования. Награждается Фадеев Александр, школа номер 2, город Дзержинск. Аплодисменты! Аплодисменты не замолкают. Александр, ты можешь занять свое место в зале. И спасибо вам, многоуважаемые члены жюри. Вы тоже можете занять свои почетные места. Спасибо, аплодисменты. В ближайшее время оргкомитет конкурса рассмотрит и примет решение о кандидатуре для включения в список кандидатов на премию по приоритетному национальному проекту образования. О решении оргкомитета вы можете узнать на сайте Поволжского центра аэрокосмического образования. Ну а сейчас мы просим выйти к нам команду наших гостей из Республики Крым. Город Севастополь, Семенова Ирина. Город Керчь, Иванова Владимира, Самойлова Александра, Камишина Сергея и, конечно же, руководители делегации, директора Центра научно-технического творчества, учащейся молодежи Викторию Владимировну Иванову. Аплодисменты! Нижегородская земля всегда славилась своим гостеприимством, а ваша поездка стала возможной благодаря финансовой поддержке Министерства образования Нижегородской области и крупных промышленных предприятий. Аплодисменты! На сцену приглашаются Михаил Яковлевич Белоцерковский, заместитель начальника отдела сопровождения управления автоматизацией метрологического обеспечения информационных технологий «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Аплодисменты! Александр Александрович Карпов, заместитель главного конструктора, ведущий инженер Федеральный научно-производственный центр, Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники. И Елена Александровна Марштупа, директор по персоналу группы ГАЗ. Аплодисменты! Дорогие гости, позвольте вам вручить подарочные экземпляры книг «Инженерные шедевры России» от Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и памятные подарки от группы ГАЗ. Аплодисменты! Слово мы хотим предоставить нашим гостям из Крыма. Мы хотим выразить большую благодарность нашим спонсорам за то, что они были настолько настойчивы. Мы в такой сложный для нас период потратили много времени на переговоры в сложных законодательных условиях. Очень волновались, когда ехали. Такой сложный, как бы, маршрут у нас был новый. Город, конечно, в панике. Куда ты везешь детей, ты думаешь о чем. В общем, мы как-то решились, благодаря нашим спонсорам, благодаря руководителям всех звеньев. И от нашего города хочется вручить вам тоже небольшие сувенирчики, наверное. Аплодисменты! Это памятные открыточки. Древний город, наш очень древний.
древний город, ему 26 веков, 27 век. Но это он был такой, сейчас он стал такой. Он красивый, он доброжелательный, он гостеприимный, он солнечный. Город на двух морей, город-герой, очень патриотический. 9 мая, 8 мая в нашем городе необыкновенно отмечается. Добро пожаловать! Будем рады видеть нас. Уникальное, уникальное зрелище. Восхождение на гору Митридат. Честь памяти наших павших дедов. Факельное шествие. Добро пожаловать! Ну, а слово хочется предоставить Елене Александровне. Добрый день. Я сегодня представляю группу ГАЗ. Знаете, мне очень приятно присутствовать на сегодняшнем мероприятии. С одной стороны, оно такое очень трогательное, с другой стороны, познавательное и важное для нас. Почему? Безусловно, одна из самых наших главных целей по работе с персоналом – это работа с ребятами, которые в ближайшее время станут молодыми специалистами и придут работать на наше предприятие. Я сегодня с радостью увидела среди участников конкурса студентов, которые проходят на практику на наших предприятиях, которые пишут реальные дипломные проекты. Ребята, всем удачи и, безусловно, мы ждем вас всех у нас. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Аплодисменты. От лица дочерней предприятия «Газпром», компании «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» хочу поприветствовать всех участников и рассказать одну маленькую историю. Не будем говорить, насколько давно я оказался в кабинете большого руководителя, ему рассказывал, представляете, вот случится такой конкурс, промышленные предприятия принесут свои проекты, дети по этим проектам сделают свои исследования, потом все это будет представлено, дети будут соревноваться, в честной обстановке докажут, а кто из них на самом деле на шаг дальше, чем другие, дошел вот к той цели, которую ставил работодатель. И, ну, меня воспринимали с долей скептицизма, естественно, человек приходит, тут мечтает, и, в общем, и то, что я сейчас вижу, это то, что я тогда мечтал. И огромное спасибо промышленным компаниям, которые откликнулись и дали для детей тематики и помогли провести этот конкурс. Огромное спасибо педагогам, которые привели детей вот в этот мир исследований, объяснили, что на самом деле, ведь вы поймите, ребятишки, то, что здесь сейчас происходит, нельзя пойти купить в ларьке. Это не iPhone, это не iPad, это то, что вы сделали своими руками и чем вы можете гордиться, потому что это ваше, это не кто-нибудь сделал за вас, это именно ваше, вы с этим пришли и здесь вас оценили. И это то, что нельзя купить ни за какие деньги, это можно только сделать самому. Мы верим в вас, верим в то, что вы свяжете свое будущее с реальным сектором экономики, ну и надеемся, конечно, что вы связываете с газовой промышленностью. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты нашим гостям. Вы можете занять свои места в зрительном зале. Проходите. Под ваши громкие аплодисменты. Но и это еще не все. Сертификатом от компании «Автодеск» награждается Тюриков Максим Игоревич. Выходим быстренько к нам, получаем сертификаты. Гришин Вячеслав Павлович. Исаева Светлана Олеговна. Аплодисменты. Федоров Никита Михайлович. Родичева Мария Дмитриевна. Аплодисменты. Фазлиев Дамир.
Прокопенко Никита Михайлович. Абарилов Дмитрий Михайлович. Аплодисменты. Владислав Слободчиков. Мы еще раз от души поздравляем участников и победителей финального этапа областного конкурса «Юные конструкторы и исследователи» и благодарим всех тех, кто принял непосредственное участие в подготовке и проведении конкурса. На этом торжественная церемония награждения участников и победителей областного конкурса «Юные конструкторы и исследователи» объявляется закрытой. Новых вам побед и свершений! До новых встреч! Ребята, кто только что получил сертификаты от Автодеска, просьба подняться на сцену для фотографии.